Внимание! Данное видео транслируется без мата, но не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 16 лет. Всем привет, друзья! С вами Стасянчик, это канал Стасянчик ТВ, и мы с тобой продолжаем проходить Genshin Impact. Сегодня мы с тобой, как я и обещал, слепим снеговиков. Слепим снеговиков. Где они у нас? Вон там, вон. У нас, по-моему, уже все части снеговиков есть, чтобы их слепить. Вроде бы как. Ну, заодно и узнаем. Во, смотри. Голова. Руки, шапочка. А почему так сразу голова? Давайте вот так. Этот снеговик будет у нас вот такой. Руки. А всех по одному сделаем руки, давай. Так, шапочка. Ну, естественно. Здесь тогда должен быть шарфик. И морковка. А, глазки вот такие. И морковь. О, сохранить. Комбинация сохранена. А мы все сделали? Да, все сделали, отлично. Следующий снеговик. Слепим. Так, нам дали по одной голове каждого снеговика, получается, да? Так, здесь давай уже вот такую шлепку. Вот такой шарфик. Да, красиво получается. Очень необычный снеговик. Прекрасно, мне очень нравится. Я очень доволен этим снеговиком. Так. Руки. Шапочка вот такая. Шарфик уже вот такой. Глазки вот такие остались. И носик вот такой. Не, вот такой. Да. Так, и последний снеговик. Так. Так. Какой-то недовольный снеговик получится. Да. И что мы теперь можем делать? Нам говорили, что мы можем забрать себе какие-то детали там после и лепить у себя снеговиков. Правильно? Если мы можем у себя там как-то лепить снеговиков... Стоп. Стоп. Я перебросил. Вот. А, вот оно. Типа куски снеговиков, которые можно в чайник, да, забрать? Декор. А у меня, получается, не все детали будут. Ладно, давайте вот так вот оставим. Типа я со снеговиками. Так, скрыть интерфейс. Отлично, мы слепили снеговиков. И теперь... Теперь что мы делаем? Отмена. А, вот так вот, да, полностью теперь можем просто забирать и все. Так. Так, хорошо. Я просто все лишние детали потом ребятам раздам. Все, что будет лишнее. У меня вот этих рук много. Куда мне столько? Сохранить. Так. Руки забираем, наши крюки.
Сохранить. Так, все, забрали, да, у всех все? Да, отлично, мы все у всех забрали. Так, идем. А что идем? Мы тут все забрали. Так. Слепите одного снеговика. Это мы сделали. Даже слепили четырех. Так. Ага. Ага. И что у нас теперь? Меч, да? Нам дали меч. А что нам делать с деталями снеговика? Где они у нас? Они, видимо, у нас где-то тут. Сейчас, мне нужно просто убедиться. Да, смотри, здесь все. Так, декор, да, это все декор, отлично, отлично, отлично. Мы потом у себя слепим снеговика. Причем, смотри, можно полноценного. О, нам дали все ноги, да? Туловище, 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 туловище. А это у нас все эти. О, и все руки, отлично. Вот, вот эти вот лишние части я раздам всем просто. Просто раздам всем лишние части, которые... Так. Сейчас я делаю раз. Делаю раз. Так, сколько осталось? 8 дней, да? Ну, неделя осталась. Окей. Так, ну, мне просто не надо больше. Я вот чисто для себя посмотреть. О, смотрите как. Просто вот так вот. Опа. И что это? Небесный меч. Ух, это что-то мощное. Это второе легендарное оружие в моих списках. Вообще у меня имеющееся. Опа, а это что, это фиолетовое что-то, смотри, летит. Чуть не скипнул. Эмбер. Созвездие на Эмбер. Это проклятый кролик. Смотрите. Смотрите, насколько проклятый. Это уже третье созвездие. Так, и оружие. Мы хотели на Альбедо поставить оружие. Так, артефакты я ему там собираю потихонечку. Так. Ну вот, вот, вот. Киноварное веретено. Это теперь его оружие. Его сигнатурка. А вот это я даже не знаю пока кому давать. Увеличивает шанс крит попадания, восстановление энергии, да? Скорость при движении атаки на 10, обычные заряженные. Надо посмотреть на эту. На Аяку. Оно подходит или нет? Если оно подходит на Аяку, я отдам его Аяке, естественно. Так, ну что ж, давайте. Это лишние луки. Всякие. Естественно. Вместе с кристаллами. О, и мне нужно вот это вот, да, нужно. То, чего у меня, естественно, нету. Нету. Да, а еще можно пробудить. Целых два раза. Можно пробудить. Раз. Повышается на 50 от защиты. Урон элементального навыка. И 2. Ну, это в любом случае мощнее, чем то, что у меня было. Не прокачано вообще никак нулевое оружие. Так. Теперь как нам раздать? Как нам раздать? Как нам раздать? Подожди. Рожденные снега, да, надо зайти. Обмен частями. Вот. Давайте посмотрим подарить. Так, давайте Кекич, где Кекич? Вот Кекич. Давайте ему дадим вот эти вот руки. Одни. Руки-крюки одни. Шапочку. Вот эту. Давайте вот так, шапочку. Вот. Вот Кекич, это от меня. Так, следующий. Следующий кто у нас тут еще есть? Так, ну смотрите, вот эти игроки не обмениваются, мы с ними не обмениваемся. Мы обмениваемся только с теми, кто обмен предлагает. Ну, тот, кто просит что-то. Сахарок, Green Tea. Так, подожди, ну я сделаю исключение, наверное. Нет, я не сделаю, потому что я ее не помню. Ну ладно, пусть будет сахарок тогда. Так, сахарку нужно вот это
И вот это. У нас как раз по одному. Подарить. Так, подарили по одной части. Так, Мангот прям целые руки просят. Нифига себе. Гринти тоже там просят целые руки. Так. Что им нужно? Это. Вот это, вот это. Подарить. Я еще на видео посмотрю, кому я что не подарил. Как бы. Что у меня там останется. И то подарю. Вот так вот. Каждому по три. По-моему, я никого не забыл, но я еще посмотрю, я подарю. Вот. И остальным тоже что-нибудь. Даниле. Даниле заходит, интересно, в игру? Давно Даниле заходил в игру? Даниле, ты давно заходил в игру? Сейчас посмотрим. Даниле. Один день назад. Каркун, Манго, Гринти, Айоки, Кеки, Айсин. Вот. Кекич. Джули. Бульба, ой, много как. Короче, все, кто по одному дню заходил, я постараюсь что-нибудь подарить. Вот, от меня. Надеюсь, я надеюсь, пройдет. Если не закончится подарок. Если закончится, извините, ребят, значит, кому-то я что-то не додарил. Сейчас я Даниле подарю. Так, обмен частями. Это я просто кого помню. Прям хорошо. Даниле. Так, так, так. Дарить. Вот. Все, дальше я буду смотреть по видео, кому я не дарил. Тем я буду дарить. А на этом тогда получается все, да? Самое главное лишнее, никому ничего не подарить, а то подарю что-нибудь, что себе хотел, планировал оставить. И все, я останусь без детали. Вот, далечка мне тоже нужна, чтобы была. Вот видишь, у меня руки я теперь уже дарить не могу никому. Шляпки мне дарить тоже нету. Шарфиков тоже. Вон у меня что остался? Нос. Вот такой шарф. Нос, нос. Вот такие глаза. Вот это вот я кому-нибудь дораздам. Вот. Те, кто просили, они просили. Остальные не просили, значит, им не нужно было как бы. Я не знаю, может, просто не дошли, ребят, до этого, но извините, вы видели, у меня все это ограничено, поэтому так повезло, рандом, рандом, ничего с этим не поделать. Развлекательное устройство ускорения ритма, ага. Вон у меня сколько вещей не поставленных, а вот сколько у меня вещей не изученных, это все купленные рецепты, ребят, это все купленные рецепты. Это я скупил весь магазин, еще то что-то получал сам по себе. Как бы вот это мне нужно все это выучить и поставить у себя. Так, ладно. Ладно, а на этом тогда все. Всем спасибо за просмотр. Всем хорошего дня, хорошего настроения. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если вам понравилось видео. В следующий раз мы с тобой просто отправимся на восстание Златсвета. Вот и все. А на этом все тогда. Всем пока-пока.